Добрый день. Сегодня Тульский завод строительного оборудования представляет мобильный бетонный завод Евромикс Крокус 5200. Мобильный бетонный завод Евромикс Крокус 5200 предназначен для приготовления растворных смесей, а также бетонов различных марок. Производительность этой модели составляет 5 метров кубических в час. Бетонный завод состоит из системы управления, бункером для инертных материалов, объемом 2 метра кубических, смесителем на 200 литров, также ленточным питателем и дозатором воды и добавки. Для удобства сделана на смесителе решетка, чтобы не попадала крупная фракция, а также нож для разрывания мешков. Для подачи цемента через винтовой конвейер предусмотрен смеситель, приемный патрубок. Выгрузка уже готовой бетонной смеси осуществляется через нижний секторный затвор. В качестве приводов используется мотор-редуктор итальянского производства мощностью по 4 кВт, как на смесителе, так и на ленточном транспортере. Система управления данным заводом осуществляется в ручном режиме. Шкаф управления бетонным заводом оборудован дисплеем, на котором отображается вес загружаемых компонентов. Также в завод интегрирована объемная дозация добавки и воды. Мобильный бетонный завод Евромикс Крокус 5200 удобен в транспортировке и вводится в эксплуатацию через 2 часа после разгрузки.